Да. Всем привет, кто меня знает, и моим подписчикам, и читателям форума Вандерленда, моей группе ВКонтакте, и тем, кто помнит меня на велодне, за этим обедом, или вот за велосипедом, я же Чиаво. Сегодня у нас 28 ноября, наконец-то у нас минус, и лужи замерзли, как вы видите. Есть снег, мы проведем пробный запуск уже нормально сделанного двигателя, то есть нормально вырезаем его. Как последний запуск, если вы помните, там было интересно немного дебагирования. В общем-то, что не говорил, что там мало или что. Подмешано прогрето. Вот выйдет эта машина. Бензин. Потом вынесу. Последний раз я очень много и долго педалировал. Холодную погоду, все помнят это видео. Читает меня на онлайн. Вот и голуби появились. В ожидании. Пока вот это. Это колола. Открываем кран. Надеюсь, топливо потихонечку начало поступать. Будем пробовать. Thank you.